Всем привет, с вами вновь развлекательный канал S&G, меня зовут Александр, и мы продолжаем проходить GTA 2 Беспредел. Остались красные задания у кришнаитов, у наших бандитиков, за которых мы выполняли последние задания. Ну что ж, все выполнены, кроме этих красных, попробуем выполнить и их. Надеюсь, будет это удачнее, чем желтые, хотя почему я так решил, да, спросите вы меня, ведь они должны быть еще сложнее. Не знаю, если будет нереальное что-то, поедем к ЗБ выполнять задание, потому что упариваться я здесь не хочу, по неделе проходить каждое задание. Ну, посмотрим, вот тоже задание с тюрьмой, допустим, помните, да, во втором районе. Господи, как их... у деревенщин. Да, у синеньких этих бандитов. Это же просто невозможное задание просто какое-то. Там нужно упороться, чтобы его выполнить. Я даже без записи его выполнить не смог. Но задание прикольное. А вот здесь посмотрим, что кришнаиты нам приготовили. И вообще, где этот красный телефон? Мы же еще даже не видели места, где даются эти задания. Самые жесткие, по идее. Оп, тихо. Что ж ты так выбегаешь-то? Могли ведь избить тебя. Так. Интересно. Объедем. Так, ну, судя по стрелочке, где-то здесь. Что ж, пойдем. Поедем, точнее. Ой, не задавить бы здесь никого. Ладно, выйдем лучше из машины. Ух ты. Какие-то символы. Ух, здесь огнемет. Вот это вот крутое оружие. Самое крутое, наверное, в GTA 2. Потому что им просто выносишь всех. Просто поджег маленько и все. Готово. Так, нет, сначала нужно броню взять. Мало ли, вдруг это на время задания. Я, кстати, что-то припоминаю. По-моему, действительно здесь на время задания. Так что не хотелось бы плутать в поисках брони, когда время на исходе. Каждая секунда, когда дорога. Я не вижу брони, жизни, только оружие взял и все. А, ну вот броня. Отлично. А здесь, наверное, жизнь. Ну да. Все логично. Спасение на крыше. А, кузнечик, это весельчак. Мои преданные кришнаиты содержатся в плену на электростанции ЗБ. Освободи их, и доброльется на тебя благодать Кришны. О, освободить опять кого-то. Что ж вас все захватывают? В плен берут. Я не знаю, как это назвать. Ну, по-любому там что-то серьезное, потому что не так же просто всех освободить. Наверное, нужна машина опять. Не знаю. Да ё-моё, ведический храм. Где здесь выход? Эй, чувак, не подскажешь, где здесь выход? Молчит. Ну вот он, выход. Так, по тропиночке пойдем. Выйдем, наверное, уже отсюда. Если такое возможно вообще. Да ё-моё, заблудился. Нет, вот здесь где-то был. Да, вот эта дорога здесь. В самом-то деле. Эй! Твоя тормознутость дорого стоила, говорит мне весельчак. Ой, да, действительно, тормознутость. Пошел по проезжей части, несмотря налево-направо. Загружаемся, ребят, что я могу сказать? Это явный фейл, такого еще давно у нас не было. Такого еще давно у нас не было, да, действительно так. Ну что ж, друзья, я снова взял это задание. На сей раз забрать машину получилось удачнее, чем в прошлый. Ну, посмотрим. Все-таки поехал на легковой, чтобы... На двухместный, так сказать, чтобы сначала разведать, что ли, что там. Если что, найдем всегда вместительную машинку. Красное задание, оно неспроста красное. Я так понимаю.
Вот ЗБ здесь охраняют со всех сторон. Опс. Так, ну нам внутрь, я так понимаю. Аккуратно выходим. Можно взять на самом деле огнемет лучше. Так, смотрим. Мои преданные люди содержатся внутри этой камеры. Уничтожь все эти три генератора сверху, чтобы зайти туда. Так. Интересное кино. Как мне наверх попасть? У меня теперь вопрос. Так. Обойдем все, посмотрим. Пока мне не ясно это. Твою мать, полицейский. Ух, он меня не заметил, что я что-то сделал. Просто человек сам по себе загорелся и все. Да как наверх-то, эй, ребят? Я пока не понимаю, как это сделать. Ладно, спрыгнем здесь. А, вижу. Похоже, здесь подъем. О, огнемет еще один. Но у меня есть там охрана на самом-то деле. О, автомат еще здесь дается. Максимальное количество патронов у меня. Так, о. Опа. Мы тут не будем рассусоливать, как ваши кришнаиты. Ну-ну. Охренеть, прыгать надо. Опс. Блин, огнемет не... Вы видите, да, прыжок? Ладно. И... Опа! Отлично. Блин, прыжки тут надо на уровне совершать. Вот из-за этого, наверное, такая сложность. А я оторву твою задницу и заброшу на Тибет. Не оторвал. Хотя он был с дробью, на самом-то деле. На самом-то деле, у меня новая присказка, блин. Вот, не упасть только. Оп, отлично. Прыгаем. Так, генератор. О, бежит, бежит, бежит. Упал. Я не успел его поджечь. Так, у нас были, да. Коктейли были. Не попал, что ли? На этот раз попал. Но это только один генератор. Ох, не упасть бы. Но вроде бы это не смертельно. Так, а здесь-то как? Так. Нет. Так, не до... Нет, попал. Один генератор остался. На той стороне, по-моему. Что ж, пойдемте туда. Отлично. Да, вот он. Вот он. Ни хрена. Отлично. У тебя все получится, кузнечик. Проследи за моими людьми и постарайся защитить их. Вот это, то есть как? Блин. Подожди, я спущусь только. И обратно надо. Ох, не провалить бы миссию эту. Из-за того, что я обхожу. На самом деле я бы пошел и взял этот огнемет еще. Лишним не будет. Что за Б сейчас могут начать стрелять из пулеметов? Следуй за нами, кузнечик. Мы знаем, где можно найти машину. Давай, давай, только... Бегите быстрее только, чтобы вас не ранили. Ага, наверху. Так. Черт.
Там охрана. Этот не опасен. Блин, как-то через крышу. Ох, там жесть. Оцепление. О, вот это вот понадобится мне, наверное. Теперь, когда мы нашли автомобиль, кузнечик, отвези нас на Хазу. Возьми другой лимузин, мы поедем за тобой. Ага, там два лимузина, отлично. Только я, ребят, там видел, что нас ждут, не дождутся. Это у нас что? Десятка менту. Ох, блин. Охрану надо убрать, да. Я тоже так думаю. А-а-а, сейчас убьют. Нет? Нет. Как же с ними быть-то? Издалека шмальнуть? Можно попробовать. Мне чуть-чуть осталось, и все. Ладно. Что-то там повзрывал. Поехали. Ага. Далеко уехали. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, это я сам виноват, на самом деле. Не рассчитал. Не ожидал просто, что там такая охрана. Ладно, на этом же месте и вернемся. Друзья, мы вернулись. Видите, да, на каком моменте? И я тут подумал, а почему бы читерным способом их не уничтожить? Вот так вот берем и... Оп. Оп, промазал. Ладно, берем еще раз. Оп. Воу, полетел. Теперь еще раз так берем и... Оп. Блин, трудно попасть на самом деле, но если вот отсюда бросим с разбега так, воу. Нет, надо молотовым. Еще дальше. Блин, да как же их убить-то? Вот так вот тогда. Воу, отлично, полетел. Этих надо вообще с точностью рассчитать. Нет. Одна. Вот так. Да, ё-моё. Минус один, да? Еще один остался. Ну, с одним-то, я думаю, мы и так справимся. Ладно. Что ж, вперед. Так, только здесь, я помню, охранники были. Вроде как. Нет. Да, да, да. Сейчас уберем. Там один охранник остался. До свидания, друг. Да, да, убитый. Сейчас проезд тут организуем, чтобы спокойно проехать. И все, вперед. Там что ли еще не все это? Блин, я так и думал, что не так все просто. А, черт, там, наверное, еще такие посты. Ну ладно, сейчас тогда поступим точно так же. Так, вроде как же. Все. Нет больше никого. Но я, по крайней мере, надеюсь на это. А то ведь попадем опять. Да свободна дорога, свободна. Блин, либо он залагал, либо что, не понимаю. Вы слышали это?
что сейчас было? Ладно. Тогда делаем вот так. Но почему же она не свободна-то все-таки? Ладно, тихонечко. Выходим. О, черт. Вот она почему не свободна, да? С ракетницы нас валят, значит, там, да? Ребята. Что еще будем пробовать? Да нет, как-то не хочется, если честно. Задание вы все видели? Наверное. Блин, даже не знаю, что делать. Ладно. После загрузки увидимся. Ну что ж, ребят, я решил все-таки закончить эту серию на том, что мы будем отрабатывать репутацию ЗБ. Я опять забыл, похоже. Нет, если русские нужны кришнаитам, а русским нужны ЗБ, значит ЗБ нужны кришнаиты. Ну, собственно, и отправимся к нашим друзьям, которые сейчас у нас друзья, которые станут врагами у нас, я так понимаю, чтобы поднять репутацию ЗБ и начать выполнять миссии уже у них. Хотя вроде как они сложные, тоже говорят мне. Мне говорили, что они сложные тоже у ЗБ здесь, но попытаемся. Они, наверное, легче все-таки, чем красное задание у кришнаитов. Причем оно залагало в конце у нас, как вы помните. Да и, блин, ракетница это жопа, когда у ЗБ ракетница. Это вы сами понимаете, не очень хорошо. Так. Вот я не туда заехал, похоже. Так, вот здесь мы на месте, на территории кришнаитов. Блин, ну правда, задание, конечно, муторное. Я их выполняю. У меня на одну серию уходит 1,5 часа съемки. Это вам не фифу играть. Так, ну что. Простите, ребят, но я должен так сделать. Бандитская жизнь переменчива. Так. Полицай. Не трогай меня, полицай. Я бью только бандитов. Еще нужно. Все, достаточно. Ну, можно еще вот так вот. Для пущей уверенности. На одну палочку поднять еще репутацию. Давай. Оп, полицейский здесь. Не понял. Что это он у меня начал стрелять? Блин, ну еще. Поднимайся же, ну. Пускается-то быстро, вот поднимается. Да, все. Ну и надо сохраниться, и на этом закончим эту серию. В попытках выполнить красное это задание. Спасти кришнаитов не получилось. Но я же вычистил охрану, но просто там еще простые ЗБ. Ракетницы. Хотя, в принципе, вот сейчас можно снова поднять репутацию кришнаитов и уже отправляться нормально, спокойно выполнять задания, чтобы из базук нас не стреляли. Но это все в прошлом, друзья. Мы теперь работаем на ЗБ. Так очень удачно подняли у них репутацию, очень быстро. Это все потому, что кришнаиты были нашими корешами. И даже не сопротивлялись, когда мы их расстреливали. Ох, не туда куда-то я поехал, чувствую. Ура! Ой-о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 й! Сейчас бы взорвался. Да. На каждом шагу опасность.
Только денег больше потратили на самом деле в этой серии. Но ничего страшного. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.